Дождливый, значит, октябрьский день, Ваганьковское кладбище, на свежей могиле, значит, на камне гравер в жопу пьяный выбивает: Петр Петрович Петров родился, скончался и так далее. Сзади две старушки, родственницы усопшего, наблюдают за процессом. И такие: мужчина, а можно вас попросить, вы там снизу маленькими буковками выбейте дорогому Петеньке от любимых сестер и тети? Он говорит: да мне похуй, хоть с Новым годом.